Более 7 миллиардов рублей было направлено на подготовку объектов ЖКХ к текущему отопительному периоду. В крае он проходит в штатном режиме. Об итогах работы отрасли жилищно-коммунального хозяйства за прошлый год доложила главе региона Анжелика Миронова, министр ЖКХ Хабаровского края. Среди важных достижений – исполнение национальных проектов и федеральных программ. По итогам 2022 года мы показатели национальных проектов реализовали 100%. Это программа переселения из аварийного жилья, это и общественные территории формирования комфортной городской среды, это у нас и 160 дворовых территорий по программе «Восток развития». И также у нас введены в эксплуатацию Комсомольск, водоснабжение, третий и четвертый этапы. И мы сдали дом в Сельхино. Также в регионе успешно реализуется программа модернизации ДЭС. В настоящее время установлено уже 13 модульных объектов. В планах на текущий год монтаж еще 5. Также на встрече стороны отдельное внимание уделили деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Его работу отметили в правительстве России. Марат Шакирзянович Хуснуллин публично похвалил край. Перевыполнили программу в целом на 5%, по кругам на 20% так держать. Фонд капремонта работает активно, это заслуживает, конечно, слов благодарности. В завершении Михаил Дегтярев нацелил Министерство ЖКХ и профильные службы на новый эффективный год. Я хочу, чтобы в новом году вы по-прежнему уделяли максимум внимания запросам людей, мы для них работаем, чтобы в отрасли был порядок, чтобы все было прозрачно, были ответственны. При этом, как отметил губернатор, важно сокращать количество обращений и звонков. Это будет означать больше удовлетворенность жителей края работой отрасли. Ольга Горбунова, «Большой город».